Всем большой привет! Сегодня с утра, в 8 часов утра, я сходила на почту, получила одну посылочку. Честно говоря, я думала, что не буду снимать по ней видео, так как я уже заказывала эти бра 10 раз женские, наверное, уже показывала вам их несколько раз. Но так получилось, что я как только получила посылочку, как-то заподозрила, что меня, по-моему, дурят, так как посылочка на самом деле маленькая, 0,6 килограмма вес здесь. А я заказывала 9 штук, то есть у продавца лот 3 штуки разных цветов, и я заказывала 3 лота по 3 штуки. И что же мне прислал этот продавец? Вот видите, какая маленькая посылочка, и здесь всего 3 штуки, 3 этих бюстгальтера, все не черные, размера XL, как и было, в принципе, у меня отмечено в заказе, но там же в заказе, при заказе 3 лотов нельзя отметить 3 разных размера. Я всегда отмечаю один цвет, один размер и пишу в комментариях, что мне нужно. В общем-то, я так сделала и в этот раз, а продавец почему-то вместо 3 лотов по 3 штуки, в которых каждый должен был быть бюстгальтер другого цвета, он прислал мне всего 3 штуки размера XL. И сейчас мы с вами будем открывать диспут. По этому заказу я специально сейчас зашла, все проверила, все действительно так, как я говорю. Там указано, что 3 штуки и что я заказываю 3 лота, но почему-то мне пришло всего 3. Так что пойдемте открывать скорее спор. Вот, девчонки и мальчишки, смотрите этот заказ, когда я делала 17 октября. Тут написано 3 штуки, это 3 штуки в лоте, и 3 лота я заказывала. Один лот стоил 5,80, 3 лота стоило 17,40. Сейчас я еще открою, у продавца, но я уже открывала, смотрела, что у него на данный момент, вот видите, 3 штуки, и 5,80 это за лот из 3 штук. А тут, короче, ничего вроде не написано. Лот, 3 штуки в лоте, также написано. Цена за лот. Сейчас я открываю, когда посмотреть товар сейчас, то у него он закончился, товар недоступен. Но тут также написано, что это цена за партию из 3 штук, и за штуку получается 94,23. Вот как я и заказывала, как бы 3 штуки за партию 5,80, 3 лота я и заказывала. 3 партии. Вот, и короче, он мне прислал всего лишь 3 черных XL. И сейчас мы будем с вами открывать диспут. В принципе, рейтинг-то, смотрите, у продавца, ну, как бы не очень, конечно, хороший, 93% всего лишь. Но я смотрела отзывы, все по отзывам. Правда, только сейчас я уже, да, посмотрела эти отзывы. Всех как бы нормально все. Может, он тут заканчивал с ним, с ними, с этими брашками, и решил мне под конец чего-нибудь такое скинуть. Что-то, кстати, я не вижу у него, нету никакого и товара в магазине, да? А вот товар, может, здесь надо нажать еще? Товары, нету ничего, товаров не найдено. Все понятно, он, скорее всего, магазин удалил и рассчитывает на то, что как бы никто к нему не придерется. Ну, мы, конечно же, придеремся. Так, 5,80. А, ну, нам, наверное, в долларах и нужно будет написать. Открыть спор нажимаем, конечно же. Открыть спор. У меня на защиту, конечно, еще остается очень много времени, 32 дня, но ждать-то уже все равно бесполезно, так как посылку-то я получила. Видите, я заказывала M, L, XL, рассчитывая, что он мне пришлет по 3 штуки разных цветов, 3 размера. А он мне прислал совсем не то. Нажимаем «Открыть спор». Дальше отмечаем, получили ли вы заказанный товар. Да. Дальше получено меньше заказанного количества. Возврат. Ладно, уж не будем как бы просить у него в полном объеме. 17,40 разделим на 3 и умножим на 2. Как бы он мне прислал все-таки 3 штуки. 11,60 получается доллара. Хотя, в принципе, можно, наверное, целиком. Так, нет. Естественно. Так, я подготовила несколько фотографий. Сейчас вам покажу. Вот это я сфотографировала, просто то, что мне пришло. Это я сделала скриншот заказа и еще раз сделала скриншот у продавца. То есть как бы тут у него ничего не поменялось, все как и было. Все это я сделала. И эти 3 фотографии хочу прикрепить. А здесь я укажу, что. Сейчас мы в переводчике напишем. А хочу я написать. Я заказывала 3 лота по 3 штуки. По где 3
Три цифры у меня, извините, плохо пишется. Ой, и тут тоже не написала. Три лота по три штуки. Как и указано сейчас у продавца. Извиняюсь за первый класс. Так, как и указано сейчас у продавца. Стоимость 5,40 там, да, была, по-моему, или сколько, я уже забыла. Стоимость 5,80. Стоимость 5,80 за лот из трех штук. Блин, тройка у меня вообще подводит, да, меня? Три за лот из трех штук. Надо все понятно объяснить, чтобы у них там, знаете, никаких непоняток не возникало, и они сразу... Я заказала три лота. Заказала три лота. То есть всего 9 штук. 9 штук. Но продавец прислал мне только 3. Прислал мне только 3 штуки. Только 3 штуки. Так, переводим на английский и проверяем так. I ordered 3 lots of 3 pieces as now the seller. Лот 3 штук. Вот, короче, потом я это все выделяю, копирую и вставляем в запрос. А сюда я хочу прикрепить вот эти вот... Сразу все можно, да, можно сразу все прикрепить. Ну вот, в принципе, так вот мы и открываем этот диспут. Смотрим, пока загрузится. В принципе, так как продавец удалил свой магазин, то мне кажется, тут уже без него все сразу же будет решено. Скорее всего, вот тут в течение 4 календарных дней, как я думаю, он, скорее всего, ничего не ответит. И сразу же, как бы в мою пользу, будет, я думаю, все это решено. Вот такое вот видео у меня получилось сегодня. Надеюсь, вам понравилось и было оно полезным. Спасибо большое за просмотр, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, читайте меня на блоге, ищите в Инстаграме и ВКонтакте. Пока-пока, до новых встреч, до новых видео, ваша любовь!